Педагог из Ангарска Яна Плехова стала победителем федерального конкурса «Воспитатели России». Диплом за первое место и денежную премию ангарчанке вручили в Москве на очередном заседании Государственной Думы. Общий стаж педагога 25 лет. Последние 8 она работает в детском учреждении номер 72. В этом конкурсе необходимо было представить очень большой пакет документов, то есть все свои наработки, своей педагогической деятельности за последние 3 года. Туда входили и методические разработки, я туда также приложила свои авторские дидактические игры. У меня есть авторские сказки и по экологическому воспитанию детей, и по правовому воспитанию детей. Также у меня есть авторская программа по правовому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Правознайка». За победу в конкурсе боролись более 600 педагогов из 75 субъектов Российской Федерации. Жюри отметило высокий профессионализм и трудолюбие сибирячки. А Яна Александровна призналась, что уже сейчас занимается разработкой новой авторской программы по социально-нравственному воспитанию детей.